Знакомьтесь, друзья, это наш папик. Просто силач. Мало того, что он огромный, это вот не передать на видео, но он огромный, так он еще и очень сильный. Сейчас он легко справится с этой простой для него задачей. Занесет на гору шину, так как будто это легенькая палочка. Нам было приятно получить такое видео на Viber, такое видео привет от него. И думаю, вам будет интересно его посмотреть. А если ты еще не видел о том, как менялась Бейлис и вообще как меняется овчарка, это удивительное, красивое и интересное видео, посмотри его обязательно. Всем хорошего настроения и добра!